Владимир Щербаков стал пенсионером 12 лет назад. До пенсии работал инженером в технической организации, которая занимается разработкой автоматизированных устройств. Одна из причин подружиться с компьютером, говорит, что хочет отвечать на все вопросы внуков, а то они могут сильно обогнать его в IT-сфере. Вот и пошел на курсы компьютерной грамотности. Владимир успехов определенных добился. Он прошел региональный отбор и принял участие в 9-м всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который состоялся в Кирове. Занял там 3-е место. Задачи очень сложные вообще-то были, хотя мы в какой-то степени, конечно же, были к ним готовы. То есть вообще, значит, поиск в Яндексе, например, он был по самым разным способам поиска. То есть это и текстовый поиск, это поиск по изображениям, значит, это поиск по порталам, значит, в которых нужно было найти информацию о каких-то улицах, поиск по карте. Во всероссийском чемпионате Владимир участвовал не один. Вместе с ним честь города отстаивала Елена Слепова. До пенсии она работала в библиотеке. Елена приняла участие в первом состязании на смартфонах. Нужно было решить тест на компьютере с помощью приложения в телефоне. Но возникли некоторые трудности. Там были технические проблемы в Кирове. То есть Wi-Fi у нас не потянул наше количество участников. Участников было заявленных около 100. Мы останавливали время, опять начинали. В общем, были вот такие вот технические были сложности, но было очень интересно. Задержки и остановки времени сыграли свою печальную роль. Рязанская команда заняла в командном зачете 7-е место и 2-е место по Центральному федеральному округу, что является неплохим результатом для региона. Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью организован Союзом пенсионеров России. Они же организовали и курсы по компьютерной грамотности в 2014 году в Рязани. За 5 лет обучили больше 1000 человек. Во-первых, они учатся общаться друг с другом, не на лавочке сидеть, а именно заниматься делом. Плюс они создают такие сообщества, которые, закончивши наши курсы, они продолжают общаться, участвуют и вот в региональном чемпионате компьютерной грамотности. Отчаиваться участники чемпионата не планируют. Говорят, что обучаться они продолжают, ведь нет предела совершенству. А от шагающих вперед технологий отставать не хочется. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».